Школьники с нетерпением ждут каникул, в то время как взрослые планируют их летний досуг. В первую очередь путевки выделяют детям с инвалидностью, а также ребятам из неблагополучных и малообеспеченных семей. Наши лагеря в Московской области, которые предоставляют путевки, это Звонки и Голоса и 28 Панфиловцев. Это достаточно известные лагеря, которые пользуются популярностью. Особенно в связи с тем, когда детишки первый раз едут в лагерь, опасаются и родители, и дети. Как себя дети поведут далеко от дома? В прошлом году более 22 тысяч детей смогли отдохнуть в ходе оздоровительной кампании. В этом планируется охватить более 28 тысяч детей в возрасте от 7 до 15 лет. Они отправятся в детские лагеря Подмосковья, Крыма и Краснодарского края. Более 32 миллионов выделено на организацию летней кампании в Одинцовском городском округе. Это средства бюджета Московской области более 14 миллионов и средства бюджета Одинцовского городского округа более 18 миллионов рублей. На базе школ будут работать летние лагеря дневного пребывания. Для подростков организуют трудовые отряды. Оплачиваемые рабочие места второй год подряд предоставляет Министерство по культуре. Наши несовершеннолетние жители 14-18 лет будут приняты на должности культорганизаторов, рабочих по обслуживанию зданий, уборщиков помещений, дворников, библиотекарей. И это на 13 рабочих мест больше, чем в прошлом году. Кроме того, все учреждения культуры и парки ждут ребят на кружках, секциях, приглашают их на мастер-классы. Не прекратят работу летом и учреждения спорта. Несмотря на то, что карантинные ограничения сняты, необходимые санитарные нормы сохраняются. На первом месте обеспечение всесторонней безопасности. Полина Бахова, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».